Здравствуйте! С вами снова я, Владислав Наумов. Сегодняшний урок посвящен развитию функциональных возможностей, тренировке координации и баланса. Комплекс рассчитан для продвинутой аудитории с опытом тренировок фитнесом не менее 3 лет. Подойдет для тренировок любого спортсмена. Перед началом комплекса хорошо разогрейте мышцы, используйте кардиотренажеры и немного потяните мышцы, которые будете тренировать. Первое упражнение. Стоя прямо, ноги на ширине плеч. Мощные боковые вращения с твистербэком на руках. Старайтесь создать инерцию воды в баллоне. Выполнять упражнение плавно в течение 1 минуты. Отдых между подходами 30-45 секунд. Всего выполняется 5 подходов. Второе упражнение. Стоя прямо, ноги на ширине плеч. Твистербэк над головой на прямых руках. Меняя положение рук, поочередные наклоны в сторону до параллели к полу. Руки и спина находятся в одной плоскости. Упражнение укрепляет верхний плечевой пояс и мышцы кора, а также тренирует баланс. Выполнять упражнение плавно в течение 1 минуты. Отдых между подходами 30-45 секунд. Всего выполняется 5 подходов. Третье упражнение. Стоя прямо, твистербэк на руках. Глубокие выпады в стороны с вытянутыми руками вперед. Это упражнение укрепляет ягодицы, ноги и низ спины, а также стабилизаторы верхнеплечевого пояса. Выполняйте в течение 1 минуты. Отдых 30-45 секунд. Всего 5 подходов. Четвертое упражнение. Стоя прямо, ноги на ширине плеч. Твистербэк на руках перед собой. Поочередные скрестные выпады назад с одновременным подъемом твистербэка вверх. Спину держите прямо, чтобы избежать травм. Упражнение укрепляет стабилизаторы ног и верхнеплечевого пояса, а также поясницы. Выполняйте в течение 1 минуты. Отдых между подходами 30-45 секунд. Всего 5 подходов. Пятое упражнение. Поочередное приведение одной ногой с последующим выпадом в сторону. Это упражнение укрепляет внутреннюю поверхность бедра, развивает координацию. Выполняйте в течение 1 минуты. Отдых 30-45 секунд. Всего выполняется 5 подходов. На этом урок закончен. Для заминки после комплекса можете использовать скакалку. Между подходами пейте воду. Лучше теплую, но небольшими порциями. Следите за новыми видео на нашем сайте. С вами был Владислав Наумов. До новых встреч!